Ну да, созревание неплохое. Ну, посеяли. Вот он сходит только. Клевер. Клевер здесь будет. Можете пойти посмотреть, это менее плодородные земли здесь возле дороги, слабые. А вот, вот клевер. Вот это уже нормальные посевы. Химии здесь нельзя применять, потому что мы погубим клевер. Он сейчас вырастет, догонит вот эту вот овес, покровную культуру. Где-то горох, а потом это все вместе в августе, конце августа скосят и в рулоны или в сенаж. Это будет корм. А на следующий год здесь вырастет только клевер. Когда-то экспериментировали мы рапс и озимый ячмень. Хороший. Убедились, что это рапс, рапсовое масло, а отходы от рапсового масла, жмых, идет на корм скоту. Очень дорогая культура, очень выгодная. При 15 центнерах она дает уже прибыль. Сергей, да? Уже созрел.